День Конституции – важный праздник для каждого россиянина. Отмечают его по-разному. Студенты города проявили фантазию и провели увлекательный квест в честь этого дня. Студенты Кузбасского государственного технического университета и Междуреченского горностроительного техникума в честь праздника сыграли в тематическую квест-игру. 9 станций – патриотическая, логическая, творческая, спортивная и другие. Подобрали станции, сами создали таким образом, чтобы они были максимально интересны для студентов. Они у нас и обруч крутили, и учились плясать, и было у них поздравительное обращение к народу, ну все в рамках игры. 25 человек стали участниками квеста. Каждая команда получила торты и почетные грамоты. Команде-победителю из КУЗГТУ вручили сертификат на бесплатное посещение КВН. Организаторы обещают, подобные мероприятия среди студентов будут проводиться и впредь.